девочка на лугу со своими друзьями-ромашками. Утром она проснулась, а ее друзей нет рядом. Расстроилась ромашка, заплакала, так грустно ей стало без своих друзей. Решила она пойти по дорожке и поискать своих друзей. Увидела красивую бабочку и поставила ей свой лепесток. Бабочка села на него, и ромашка спросила: «Не видела ты моих друзей ромашек?» «Да!» ответила бабочка, и собрали дети, чтобы подарить маме. И отнесли домой. Теперь я знаю, где ромашки. Пошла она по тропинке к дому. А там на окошке красивая голубая вазочка. А в ней ромашки.